Есть определенные вещи, которые может и не смогут это делать. Но тем не менее, для детей здесь все, что нужно. Для детей, в преддверии нашей замечательной Пасхи. Где мы находимся? Мы находимся в джаз-молле. И это удивительное мероприятие, которое позволяет нам говорить о том, что мы можем работать для нашего, вашего удовольствия. Я, к сожалению, это делать не могу. Что такое удовольствие? Удовольствие – это движение вверх. Не просто торговый центр, коих в городе пруд-пруди, а он сам уникален. Почему здесь все от и до? Нет только машин, но и они разыгрываются. Что было 15 и 16 апреля? Было удовольствие, был пирожник. Это фестиваль кондитерского мастерства. Просто первоначально в 1997 году в Америке я вкушал такие торты, которых не было в России. А теперь есть. Ну, до американской пиццы, конечно, далеко, но по сладостям мы не уступаем. К слову, как это было сделано, а вот в этом интерес. Не просто выставка, как в других местах, а переделка до идеала в духе джаз-молл. Не просто сделать, а сделать уникально, и мне это нравится. Для предпринимателей отраслевой выставки и фестиваль остаются одной из эффективных площадок для продвижения продукции, поиска партнеров, объема опыта и встречи становится мощным дизайнером действий развития бизнеса. Мы рады, что в нашем городе есть неравнодушные к своему делу люди, которые реализуют такие грандиозные проекты. На этом фестивале можно было и купить, и продегустировать. Магнитогорцы голосовали. И благодаря жителям металлургического центра планеты мы показали, что не металлом един Магнитогорск. Мы и сладости умеем делать на фоне Турции. Есть, конечно, с чем сравнивать. Но самое интересное, что место проведения оказалось уникальным. Джаз-молл предоставил все необходимые условия. А главное, отлично сработал как профессиональный фестивальный центр, на базе которого можно проводить фестивалей любого формата и направления. Организаторы благодарят всех тех, кто принял участие и проявил живой интерес, в том числе и представителям городской администрации. Благодаря этому у пирожника есть все шансы стать событием регулярным и превратиться в визитную карточку Магнитогорска. Надо понимать, что люди, которые находятся в джаз-молле, они работают именно для вас. Вы можете приходить сюда, здесь всегда что-то могут придумать. И вы знаете, мне очень здесь нравится, потому что, как еще сказать, то есть здесь можно жить.